Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада приветствовать вас на канале «Вкусные рецепты от Натальи». Сегодня пеку пасхальный кекс. Это своего рода альтернатива для тех, у кого нет времени ждать, когда поднимется опара. Кекс получается с ярко выраженным шоколадно-кофейным вкусом и ароматом. Он очень мягкий, нежный и невероятно вкусный. Итак, начинаем приготовление. В сотейник выливаю кофе. Высыпаю какао. Все перемешиваем. И всю эту композицию нужно закипятить. Вот такая шоколадно-кофейная масса получилась. И теперь нужно, чтобы эта масса остыла. Теперь готовлю тесто. В миску отправляю 2 яйца. Высыпаю сахар, соль и соду. И все взбиваю миксером в течение 2-3 минут. Выливаю сюда кефир, растительное масло. Просеиваю муку. Взбиваю в течение 2 минут. Выливаю сюда какао с кофе. Вот такое тесто получилось. Здесь у меня горсть вяленой черешни. Добавляю сюда немножко муки и все перемешиваю. Форму для выпечки я смазала сливочным маслом. И теперь выливаю сюда тесто. Теперь высыпаю сюда черешню и рубленый шоколад. Все перемешиваю немножечко вот так. Выпекаю кекс в духовке при температуре 175 градусов в течение 50-60 минут до сухой лучинки. Вот такой кекс получился. Сейчас оставляю в форме, чтобы он остыл, а затем вынимаю с формы. Белый шоколад с 1 чайной ложкой растительного масла растворяю на водяной ванне либо в микроволновке. Вот такой вкусный, мягкий и ароматный кекс получился. Рекомендую, попробуйте и вы. Если вам понравился рецепт, поделитесь этим видео со своими друзьями. Подписывайтесь на мой канал с колокольчиком, чтобы быть в курсе выхода новых видео. Желаю вам всего самого доброго, теплой весенней погоды и до новых встреч. Всем пока-пока!